И вот первые жертвы антиправительственных демонстраций в тайском Бангкоке. В массовых беспорядках выстрелом в грудь убит полицейский. Количество раненых тоже постоянно растет. Их уже более 40 человек. Столкновения у стадиона, где проходила регистрация партии участников выборов, начались сегодня с раннего утра. Для разгона студентов полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули. Оппозиционная демократическая партия намерена во что бы то ни стало сорвать процесс подготовки к очередным выборам, способствующим, по их мнению, развитию коррупции. Уличные демонстрации в столице устраивают именно их сторонники.